Всем привет! Сегодня добавили Ankr с торговой парой BUSD. Первые минуты после листинга цена скаканула с 0.11 до 0.15. Скорее всего, люди, которые заходили, хотели купить в первые минуты после листинга в этой торговой паре, купили в этом уровне. Поэтому мы и записываем эти видео для того, чтобы вы видели реальную ситуацию с листингами и не делали глупости и не покупали в первые минуты. Также следующее видео. Через минуту я записал первые минуты после листингов с торговой парой USD. Посмотрите, как менялась цена в другой торговой паре. Это тоже интересно. Если рассмотреть по 15 минутам, то следующая свеча 15-минутная. У нас общая амплитуда 2,87% и видимая часть 1,80%. Следующая 0,28%, коррекция на 0,88%. Рост 0,97% и 1,26%. И коррекция 1,20%. То есть на торговой паре с BUSD заработать не удалось, как обычно получается заработать, но волатильность не позволяет потерять деньги, если вы торгуете не в первые минуты, то есть после того, как цена уже скорректировалась, и можно было, в принципе, получить 1-2%. Если посмотреть USDT, торговую пару, то мы видим, здесь уже волатильность, цена упала, и рост составил 1,66%. 0.31. То есть волатильность на каждой из торговых пар, она разная. Теперь смотрите видео, которое я записал первые минуты после листинга с торговой парой USDT. Итак, добавили торговой пары BUSD, криптовалюта ANKR. Она торговалась с торговыми парами USDT, BTK. И сейчас мы посмотрим, насколько цена будет падать, и вы видите сейчас следующий график по биткоину, который сейчас идет на коррекцию. ANKR уже давно идет на коррекцию в минутном таймфрейме. Иногда я буду выключаться для того, чтобы вы просто посмотрели на динамику изменения цен, и буду включаться в моменте, где я буду комментировать происходящее. По падению за несколько минут цена упала на 2.64, 2.79, и сейчас в момент листинга цена скорректировалась на 0.62 и продолжает падать. Как вы видите, внизу тоже график биткоина, оранжевая полоска, так называемая. И когда начинает расти биткоин, то ANKR тоже начинает понемногу вырастать. Волатильность ANKR будет больше, чем биткоин. То есть, если биткоин вырастет на 0.1 или 0.2%, то ANKR может вырасти на 0.5 и 1%.
Для того, чтобы понять, где у нас уровень поддержки, я сейчас использую фиксированный объем продаж и покупок. Сейчас я его использую и покажу вам, где примерно у нас поддержка. Вот красная линия, уровень поддержки. Обозначим ее горизонтальной линией. От этого уровня будет, скорее всего, отскок вверх. Примерно локальный уровень сопротивления будет в этом районе.
Я думаю, что цена должна дойти до этого уровня, и это примерно будет около 2%. Два, 1,78. Начертим трендовую линию. За эту линию может выходить цена, но если продолжит движение вверх, это будет, ну, считаться восходящим движением.
Запишу через несколько минут. Прошло более 10 минут, цена выросла. Суммарно на 3,57. Всегда помните, что когда листятся монеты, лучше их иметь до листинга и продать. Покупать на листинге в первые минуты опасно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Внизу под видео в описании будут ссылки. Переходите в телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока.